Привет, дорогие друзья, и вы снова с нами. YouTube канал Витя Жарит и Кулинар Кавказа. Сегодня мы сделаем прекрасное блюдо, делают его в Казахстане. Это так называемый коктал, но с кавказским акцентом. Вы нас сильно не ругайте, если это будет не по-казахски. Как говорят казахи, алга. Начинаем. Сейчас вот коптилочку мы оставим в сторону. Да, вот, вот такие прекрасные амурчики. Амурчики пойдут. Где-то весом примерно 2800, около 3 килограмм. Сейчас мы их по спинке разрежем. Вить, давай уберем, чтобы она нам не мешала. Да. Просто в сторонку. Да. Есть шикарно. Тяжелая. А мы приступаем к разделке. По спине разрежем. Да, по спинке аккуратно мы. И хребет надо будет убрать нам. Да, да, да. Так. Вот эту голову сейчас. Видите, продолжаем. Вот смотри, мы ее вымыли, почистили. Да. Все, теперь надо. Не отставляй, не отставляй. Мы да сейчас я ее... хочу, чтобы положить. Нет. Зачем? Да. Прямо здесь, чтобы нам не пачкать лишнее. Давай, давай, давай. Выдавливай на. Рыба любит лимон. Теперь мы солим. Нет, чуть-чуть соль лучше не досолить, потому что у нас еще этот будет соевый соус. Да-да-да. Кстати. Чика. Он у нас был предварительно почищен, поэтому мы это. И чуть-чуть добавляем перчика. Перчиком мы управились. Теперь сделаем такую, скажем, намазку с майонеза. Открываем. Что-то не дорезу. Добавляем горчицы. Это будем добавлять? Ну, по граммовке не скажу. Давай. Пока 3 небольших пачки, ну и 3 столовых ложки где-то горчицы. Она не острая, это типа дижонской. Она просто даст аромат. Также чуть-чуть добавляем соевого соуса. Имейте в виду, если добавляете соус, то не досалывайте, потому что он имеет тоже свою соль. И все это перемешиваем. Все тщательно перемешиваем. И будем вот этим намазывать прям ложечек.
Знаешь, ведь, наверное, даже руками. Знаешь. Действительно, чего? Мы готовим для себя. Отлично, да, вот так. Все, полностью промазать надо. Жабры, мабры, все. Вот это красота будет, слушай. Вот это будет красота. Подготавливаем овощи. Да, кольцами. Не, потоньше, потоньше, да. А я помидорчиками займусь. Вот такие вот прекрасные кругляшки у нас получаются. Падают с рук, правда. Так, лимон оставили? Угу. Лимон надо именно для украшения потом подать. Пару штук. Есть у нас? Да, да, да. У нас 4 оставляли. Теперь берем фольгу и будем нашу рыбку перекладывать. Я думаю, что надо сделать ее вдвойне. И еще есть у нас фольги. Много. Чуть ветерок поднялся, сейчас придавим ее ножиками. Да. Вить, ну давай подноси, а я переложу. Опа, по размеру прям угадали. Теперь делаем лодочку, так, чтобы у нас не вытекал как бы с бортиком. И теперь берем лучок и погнали. Делаем первый раз, не обессудьте нас. Но мы уверены в результате. Да, в результат, да, думаем, что. И теперь также укладываем помидор. По вашему желанию можете добавлять любые овощи и болгарский перец. Чуть-чуть надо помидор подсолить. И сейчас украсим сейчас майонезиком. Давай сетку нарисуй. Да, да, да. Тоненько. Красиво, тонко.
Отлично. И мы аккуратненько, аккуратненько теперь его перемещаем. Все, шикардос. Чуть даже пойдет, наверное, можно. Ну и у нас все отлично. Проверяем бортики. Вот такая красота у нас получается. Так, вторая красота станет. Вот так, да? Да. Все. В принципе, можем и здесь даже ее раскатать. Мы сейчас прямо здесь решили. Конечно. Раскатаем этот, да? Фольгу. Фольгу и сделаем. Вторую также перекладываем на фольгу. И крутим борта наши. И делаем бортики. Это даже можно еще назвать побольше, подольше. И заметьте, мы покрупнее рыбу положили вниз, чтобы будет пожарче внизу. Она будет чуть подольше готовиться, а маленькую положили наверх. Витя, давай этот остаточек лука вот здесь вот по краю выложим. Я думаю, тоже он будет вкусный. Конечно, сок даст рыба, это вообще будет. Кто не любит лук, может его не ложить, в принципе, а сделать болгарский перчик. Различные овощи, которые вы любите. Обалдеть. А можно в этот раз я нарисую? Да, пожалуйста. Ты не захотел болгар? Щипы берем немного, ее заворачиваем в фольгу, ну буквально жменьку, распределяем и заворачиваем в фольгу ее. Потому что коктал не должен быть сильно перекопченным. И делаем отверстие. И отправляем на дно нашей коптилки. Теперь формируем загрузку нашей коптилку, щепу на низ. Потом идет жироуловитель. Или разницы нет. Где наш большой? Ставь большой. Большой, большой вниз. Все. Маленький наверх. Накрываем крышку и разжигаем костер. Отправляем на огонь. Отлично. Ох, отлично. Еще новенькая. Да. Купил давно, а использую только первый раз. Я думаю, такое блюдо можно первый раз запечь. Так, ну что, наши друзья, наконец-таки наша рыба уже созрела. Созрела и подошла для того, чтобы мы ее уже перекладывали на стол для дегустации. Мы уже посмотрели, это что-то бомбическое. Это бомбическое. Виктор, кулинар Кавказа, является автором этого блюда, этого шикарного блюда. Готовили мы вместе, но автор он.
Поэтому сейчас я открываю эту прекрасную коптильню, достаю один из этажей и потом перекладываю его на стол. Так, первый этаж пошел. Это все еще горячее. Ой, какая красотища. Надеюсь. Ну вот, жду. Витя, какая получилась у нас красота. Это бомба. Это просто, блин, а запах вот такого умеренного подкопчения, просто я аж не сдержусь. Ой, помидорчики такие подкопченные. Да. Я думаю, что у нас получилось шедевральное просто блюдо. Согласен. На такой природе. Согласен. Рыбка свежая. Рыбка свежая, выловлена вот с этого озера. Наши друзья вон сидят, рыбачат до сих пор, мы тут трудимся. Они уже, правда, топочут, хотят кушать. Но мы сейчас это отведаем. А второй ярус, наверное, все-таки отдадим им. Иначе нас побьют, по-моему. Так, пробуем. Ну что, пробуем? По-братски разделим хлеб. Ну ты прям такими большими кусками. Ну я. От души, а? От души. С чего бы начать? Я начну с помидорчика. Давай, давай. Вот так вот, оп его. Разваливается. Разваливается. Ништяк? Да. Копченый помидор. Так, а ты сразу по рыбке решил, да? Ну, рыбка с помидорчиком, с лучком. Конечно. Вот так вот. Аромат просто шикарный. Да. Копчение прям. Легкое подкопчение такое. Не то, что горячего копчения, да, вот. Легкое подкопчение. Угу. Ну, я думаю, что, дорогие друзья, такое блюдо можно сделать и в духовке, но просто не будет запаха дымка. Так в этом же весь кайф. Ну, когда захочется дома сделать, да, ну, на природу не получается. Ну, это блюдо 100% приготовления в домашних условиях, на природе. Если у вас есть коптилка горячего копчения, то зайдет она на ура. Очень приятно. А мы хотим сказать вам большое спасибо, что вы были с нами. Я хочу еще раз моих друзей попросить подписаться на канал Виктора. Виктор жарит. Ссылочка будет в описании. До новых встреч. Классно. У нас сегодня был классный, классный день. Вечер. Классный. Сейчас будет, я думаю, что у нас будет и классный вечер сегодня. Ну да, ну да, ну да. А мы продолжим. Все, всем пока. Пока-пока. Нам было приятно с вами. Блять, видите.